Всем привет! Сегодня у нас посылочка с AliExpress. Электронная сигаретка. Продавец оценил ее в 3 бакса. Она стоит что-то там 3,20 что ли. Электронная сигарета обычная, не заряжается. Ну, одноразовая, так будем говорить. Одноразовая, не заряжается. Так, шла она где-то дней 25, наверное, не больше. Так, тут больше ничего нету. Так, вот такая вот у нас сигаретка. В таком. И как она открывается. Вот так вот она открывается. Ого, такая толстая. Ничего себе. Такая толстенная, ё-моё. Вот, в общем, 25 дней где-то она шла, вот такая вот она большая, со вкусом табака, там разные есть лимоны, мяты всякие, со вкусом этого Мальборо. Я взял с табаком, сейчас закурим, попробуем, что к чему. Сигаретка такая нормальная, пару затяжков сделал, затяжек, вот, прикольненько, тянется, все отлично, вкус не горький, такой прикольненький. Ой, что могу сказать, 3 бакса стоит, клевая. Заказывайте, кому надо, ссылочку дам. Всем пока, до новых встреч.